Вот так оба, и Иван Бунин, и Марк Твен, скажут об архитектуре гигантов, о мощи гигантов, о титанах, об исполинах, о сынах солнца, о неких древних богах, которых мы, даже мы, вот я, например, в наших видео называю именно так. А как их еще называть? Я сейчас стою у камня, который весит 1600 тонн. Он был уже выделен, выпилен, подготовлен. Абду сделал здесь сколько смог. Он сейчас говорит уже: Макс, я стар, у меня болит, я болею. Это нужно продолжать, я надеюсь, люди должны продолжать откапывать. Мы об этом еще поговорим, этим тем займемся. И Марк Твен, завершая, увидев уже, резюмируя, уже увидев как эти надписи, которые оставляем мы, оставляли для нас эллины, римляне, на самом деле все эти кривые буквы, которые оставлены разными поколениями, наверное, вот больше что мы еще можем сделать? И он, возмущаясь, напишет: можно поклясться, не боясь стать клятвопреступником, что все Джоны Смиты, Джорджи Уилкинсоны и прочая мелкая сошка, населяющая пространство между царством теней и Баальбеком, рада нацарапать свои безвестные имена на величественных руинах Баальбека. Да еще прибавить к ним название города, округа и штата, откуда они родом. Жаль только, что ни одна из древних развалин не обрушивается на кого-нибудь из этих жалких присмыкающихся, дабы у всей этой породы раз и навсегда пропала охота увековечивать свое имя на прославленных памятниках старины. Единственную надпись, которую я здесь честно признаю, написанной на огромном южном камне, стою здесь вот на другом камне, это имя этого честного, безвестного когда-то, сейчас, я надеюсь, все больше узнаваемого, каждый, кто приезжает, если будет немного рассказывать об этом подвиге, этого маленького человека и героя, мистера Абдуафии, то это имя заслуживает, чтобы находиться на нем, на этом южном камне. Мы до сих пор оставляем мерзкие граффити здесь. Но не хочется заканчивать разговор о Твене на этом. Друзья, проходите путями тех, кто шел до нас. Проходите своими путями по этим удивительным руинам, потому что когда вы увидите это вживую, когда вы сможете пройти, обойти и даже спуститься вниз к этому фантастическому по размеру мегалиту, а он просто превышает все, превышает сознание, превышает восприятие. Я вот тут такой точкой хожу, ничтожно маленькой точкой, даже не знаю, видно ли меня там вообще, с той высоты, где я поставил камеру. Но когда мы начинаем приближаться, когда мы, точнее, спускаться, а вот это все откопал, Абду откопал здесь, мы тут разговаривали с его семьей, знаком с женой, с сыном, с внуками. И когда мы разговаривали здесь, плакал он, плакал я, плакала жена, Виктор Александрович заплакал. В общем, все прослезились, потому что невозможно воспринять, что этот древний мир в безвестности находится здесь. А нам лепят этот фейк. Потому что рассказывать, что были рабы, а вот вы сейчас якобы все свободные, гораздо лучше, чем признать, что до нас была удивительная, огромнейшая, развитейшая культура, нам непостижимая. И эта культура, ну, она исчезла, но она была настолько мощной, что от нее остались даже ее строительные материалы, ее стройблоки. Для нас это непостижимая и неповторимая мощь. Мы ничего с ними сделать не сможем. Мы только можем написать кривые буквы, поломать, но зато можем рассказать, восхититься. Вот все, что мы можем дать этой древности, это постараться ее осилить, понять и принять, наверное, как часть древности нашей планеты. Пусть наша или не наша история, уже каждый решает для себя, для меня нет. Спасибо Марку Твену, спасибо Ивану Алексеевичу Бунину за их воспоминания. Будем надеяться, что каждый сможет, желаю вам, добавить свои воспоминания в эту замечательную палитру, блестящую палитру
всех, кто побывал здесь. Я думаю, что воспоминаний гораздо больше, и со временем мы их дочитаем. Мы движемся в Факру, потом мы движемся в Библ. Но Южный камень всегда остается, вот он хоть и каменный, да, но такой живой, всегда остается в сердце каждого, кто его посетил. Забыть это уже невозможно. До встречи.